Всем доброго времени суток. Для начала добавлю то, что не вошло вчера в ролик по акциям GTA Online. Завершите все три коротких трипа, чтобы получить черную футболку LD Organics. Добавят в ваш гардероб до 16 декабря. Бирюзовые наушники AirPods. Вчера показывала, но на всякий случай скриншот для примера. А теперь информация насчет недавнего события. Rockstar сообщает, что комьюнити GTA Online справились с задачей челленджа «Время ограблений». Благодарим сообщество GTA Online за то, что в очередной раз превзошли наши ожидания в челлендже ограбления, на этот раз превысив общую сумму в 4 триллиона долларов GTA. В результате вы разблокировали бесплатное новое транспортное средство, которое скоро появится в GTA Online. Зная Rockstar, не стоит ждать от них чего-то эксклюзивного. Да вы и сами это прекрасно понимаете. Некоторые игроки шутят насчет трактора. Как знать, ведь в каждой шутке есть доля правды. Ну, посмотрим в общем. А что думаешь именно ты? Поделись в комментариях насчет бесплатного транспорта.